Тверские полицейские в преддверии новогодних праздников получили от регионального правительства 85 служебных автомобилей. Новый транспорт отправился на службу в разные подразделения Управления внутренних дел. Губернатор вручил ключи полицейским из 14 районов Тверской области. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. Сразу несколько комфортных и проходимых автомобилей получила служба участковых уполномоченных. Старший лейтенант полиции Владислав Дронов теперь будет инспектировать веренный участок на новой Ниве. Проблесковыми маячками, что вполне выручает, ну, в черте нашего города, объезжать пробочки, там еще что-то, вот, когда, соответственно, оперативно необходимо. Ну и в плюс сельская местность, где я участковый, и городская, все одновременно. Ну, такой автомобиль как раз-таки подойдет. Надежный автомобиль, который не подведет, признается участковый, всегда поможет оперативно прийти на помощь. Новый транспорт уедет на службу в 14 районов Верхневолжья. Это и Твери, Кашинский, Вышневолоцкий, Иржевский и другие муниципалитеты. Ключи руководителям ведомства вручил глава региона Игорь Руденя. Мы системно, ежегодно ведем работу по обновлению парка автотранспорта. На сегодняшний день у нас обновлено более 240 единиц автомобильной техники. И я считаю, для нас это очень важная задача. Новые «Лады» пополнили автопарки следственных подразделений, дежурных частей, службы участковых уполномоченных, дорожно-патрульной службы. «Лады Гранта» для инспекторов ДПС оснащены дополнительной техникой, системами видеонаблюдения, выносными комплексами освещения, алкотестерами и измерителями уровня тонировки. Тверская область является одним из немногих регионов России, и сотрудники полиции ощущают подобную заботу со стороны областной власти. Мы рады такому вниманию и рассчитываем на дальнейшую поддержку. Для нас очень важно быть мобильными, иметь возможность оперативно и качественно выполнять служебные задачи по охране общественного порядка и безопасности граждан. Это самая крупная партия новых автомобилей за последние годы, пополнившая автопарк правоохранительных органов Тверской области. Всего полицейским вручили ключи от 85 автомобилей. Это «Лады Гранты», «Нивы», «Патриоты», «Газели» и «Иномарка». Транспорт приобретен за счет средств федерального и регионального бюджетов.